смотрит. Я думал, спиной стоит. Я тебя не вижу. Я тебя не вижу. И ты меня не видишь. И никто никого не видит. Хорошо, что никто никого не видит. Молоденькая еще, наверное. Тюк. А мне так, конечно, стоять неудобно. Ей-то на четырех ногах удобно. Никого не видит. Вообще, наверное, солнце в глаза светит. А надо? Солнце у меня за спиной идет. Так что, может, она меня толком и не видит. Давно так долго не сниму. Обычно убегали. Тык-дык-тык-дык. Так, поудобнее места тут не видно. Некуда так встать хорошо. Развесила. Где-то понимаешь, и что-то не так. Но солнце в глазки светит. Чтобы попробовать немножко переместиться. Интересная дорога с бетонным покрытием. Вот местами пытались уже ремонтировать асфальтом. Скорее всего, дорога старая. Возможно, еще с советского периода. Каким-нибудь военным объектом такие делались. Стратегическим. Ну и там, где болотистая почва. Да даже на арматуре местами провалилось. Кто-то на велосипеде успел проехать по свеженькому. Исторический след оставил. Почему на тракторе, наверное? Так, что там за хищник притаился? Сделаем вид, что мы его не видим. Сегодня мы вообще никого не видим. И нас никто не видит. Глазище большущее. Ну вот, в тени еще травка не растаяла. Ночью были заморозки. Нигде солнце не попадает, еще держится. Кристаллики. Вот так вот. Зима. И даже на лужах лед. Вот такой. Ничегошный. Еще немножко и под лед нулов можно.
заниматься подводным левом.